Когда на весенних дорогах появляется все больше сухих участков, а термометр за окном показывает выше нуля, нетерпеливые автовладельцы начинают задумываться над тем, чтобы зимнюю резину поменять на летнюю. ГИБДД рекомендует водителям пока воздержаться от смены резины. Перепады температуры с плюса на минус, вот это дорожное покрытие становилось скользкой, и большое количество ДТП произошло в связи с тем, что у водителей транспортных средств, автомобилей, была установлена не соответствующая ГОСТу правилам дорожного движения резина, а именно то с разным рисунком протектора, не имеющий остаточной высоты рисунка протектора. Разные типы резины были. Допустим, тоже вот многие возбуждаются, то, что вот на передней приводной машине спереди ставят шипованную резину, сзади обыкновенную летнюю оставляют. Это еще больше усложняет обстановку. Ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков опасно, поскольку ее сцепление с дорогой существенно снижается, что может привести к возникновению заноса, а впоследствии к возникновению аварийных ситуаций. Водителям-новичкам ГИБДД рекомендует при неблагоприятных погодных условиях не садиться за руль и воспользоваться общественным транспортом, а всем остальным перейти на зимний стиль вождения, отказаться от резких перестроений, помнить о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала. Также осторожность следует проявлять и пешеходам.